Несмотря на карантинные ограничения, в Одессе продолжается процесс стерилизации бездомных животных. Об этом заявили в городском департаменте экологии. Всего за прошлый год простерилизовали 1800 кошек и собак. Что касается последних, служба отлова принимает заявки от граждан и учреждений. На базе городских ветклиник и приюта собаки получают вакцину от бешенства, их чипируют, стерилизуют и выпускают в естественную среду. Службою відлову за 20-й рік відпрацьована 321 заявка, за якими відловлено та чіповано 632 тварини. Крім того, спільно з волонтерами міста, за зверненнями мешканців, надається екстрена ветеринарна допомога безпритульним тваринам, які потрапили в ДТП або мають наявні ознаки хвороби. Чиновники планируют решить и проблему с массовыми захоронениями домашних животных в городских парках и на морских склонах. На улице Рапортовской в районе 6-го километра город планирует построить крематорий для братьев меньших. Сейчас проект находится в стадии разработки, а потом еще должен будет пройти государственную экологическую экспертизу. Строительство крематория начнется не раньше 2022 года. Ориентировочная стоимость реализации проекта – 1,5 миллиона гривен.